Так, ну и, собственно говоря, самый, что ни на есть, Макларен, который у них есть, 906 кобыл, это одни спорткары, ну прикольный такой тоже, необычный, так, все, самый мощный у нас, ох ты, турбина дуется как стала, я его удержать не могу, так, что у нас там, ну, стандартный, у всех, я так понял, у корчалык, у всех такая панелька, 80, ну, блядь, сколько она там покажет. Колеса пока не прогреты, поэтому сложновато. Блин, ну это, конечно, вот это вот, я не знаю, это может и 200 даст на той, на нашей прямой. И управляется она так нормально. Ну, как начинает дуть турбина, машина, ну, как бы тяга сразу появляется. И машина, конечно, начинает жестко кидать по сторонам. Она даже здесь зацепилась в асфальт. Нормально. Ну, короче, 200 надо ставить на этой машине, прям с ручником. Она сможет это сделать. Все, погнали. Охереть. 180 миль, бля, до горы. 300 с хуем. 200, бля, тут... И реально, и прямой не хватает просто. Нет! Боком. Вот это прикольно авто.